Ну что, ребят, всех приветствую, всем здорово. Запустили все красиво. Что, хочу вам сказать, пока вы спите, Артурио потихонечку качается. Вчера Артурио за ночь выкачал, точнее сегодня, себе начертание. Вкачал до 403 единиц. Портнягу, не помню, прокачал, портнягу докачал. Также портняга у меня теперь 420, понимаете? Правда, я теперь бомжара по голде, 600 голды осталось, но не суть. Хотел покачать еще Юву и Инжу, но я понял, что у меня таких денег нету, поэтому две эти проф пока что останутся на потом. Потому что денег нету пока что. Так что имеем начертание, имеем ювелирное дело, Инжу и портнягу. Многие будут плеваться, зачем тебе Инжа, типа для Энха это говно. Согласен. Но мне нравится то, что у меня будет, когда я докачаю до 350, аукцион будет в Долоране. У меня будет чарка на ступне. То есть такие как нитроускорители, я буду мега быстро бегать. Как мы знаем, шаман максимально не мобильный класс, поэтому надо это сделать. Ну и чарочку сделаем на кисти, так как у нас еще второй спек есть на рестера, как бы почему бы и нет. Так что, ребят, всем приятного просмотра, всех еще раз рад видеть. Кофеечек за вас, погнали. Погнали по РБКшкам. Нужно РБКшки закрывать, потому что нужны жетоны воина за пределы. Вот, и, собственно говоря, надо фармить УД. ИК надо на 220-м, да, но меня не возьмут ИК десятку. Типа тут набирать 230-го, 225-го. Мне сейчас выбить оружку надо и выбить мне шею. И можно уже, в принципе, проситься в ИК десятку. Блин, вот сколько голды потратил на портнягу? Очень мало. Очень мало. Как будто-таки 1002. Вот Инжа и Юва по карману бьет конкретно. Типа я вот у меня было вчера сколько? 6000, да? Но я выкачал портнягу на фул. Ну как, то есть до чарки. Выкачал себе начертание. Вот, и чарочку себе сделал на плечике. И, типа, ну там мало вышло. Правда, там очень мало вышло. Куда бабки все потратил? Вот, ребятки, на Юву. Юва 280, Инжа 315. Вот, гляньте, чтоб не скрафтить, типа, нужно 22 голды, 23 голды. Это за одну прокачку. А что, я еще, наверное, сдам. Еще сдам и получу 21 уровень. Правильно ж, правильно. Ёпарасеты, сколько я там в квесте БПшки? Ёпарасеты, вы гляньте, вы просто посмотрите на этот чат. Сколько же я сейчас сдам. Ну, типа, сколько я получу монет? Типа, без премки я получил бы монеток раз, два, две монетки. С премкой я получу раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять монет, понимаете? Просто часто так, такие приколы, слышишь, люди приходят, типа, там есть чуть-чуть денег, ну, а куда профит не вкинуть? Ребят, боевой пропуск. Типа, он там у вас на 4 месяца, на 3, на 4 месяца, прикиньте, ты делаешь квестики, даже похер, вот я ж в PvP не бегаю, вот, типа, сбегал там разочек и все. Это все чисто в PvE, ребят. 11 монет, пошуршали. Давайте, немножко антуражу добавим, без прокрут, ну, типа, без анимации, точнее, с анимацией прокрутки. Погнали, первая монета. Давай. Очки чести, да? Печенье. Печенье, понятно, хлам. Следующая монета. Ну, можно, пожалуйста, хотя бы кристалл энергии? Я был бы, в принципе, не против. Понятно. Говно. Очки ареда, ребят. Можно, подносите мне хотя бы УД. У меня, кстати, УДшек, ребятки, уже 2239. Мы сейчас, в теории, купим 1-9 шмотку себе. Осколок? Осколок? Понятно, спасибо тебе, игра. Спасибо, блядь, огромнейшее, падает печенье. Ой, блядь, очки чести. Понимаю, погнали дальше. ПВП Сирус я не пойду, я только на БГ максимум буду бегать. Сфера рыцаря, 2000 сюда. Хорошо, ребят. Два косарика на карман. Очки доблести 90, теперь нам хватает на Т9 шмотку. Прекрасно, прекрасно. Еще 30 УД, отлично. Ай-яй-яй, ну две монеты. Я сейчас, сука, все бонусы покручу. Я сейчас психану, отвечаю. Я сейчас психану, я в шамана сейчас как накручу, блин. А давайте одну прокрутку чисто за бонус. Давайте, ради прикола. Одну прокрутку чисто за бонусы. Понятно. Да, я прямо сейчас пойду, куплю себе Т9 шмотку, ребят. Вот он, ребятки, вот он. Как ее зовут? Матильда! Матильда, блядь. Матильда, понял. Я могу себе купить... Т9 это кисти или же плечи. Но я как будто-таки хочу купить плечи. Плечи, вот смотрим, где наши плечики. Плечики, плечики. Вот плечики, да, вот они, да. Меткость и крит. Кисти, где кисти на меня? Так, так, это не то. Вот они, это мастер и крит. У меня как раз не хватает мастера. У меня 24 единицы мастера. Пожалуй, покупаем первым делом мы себе Т9. Это кисти, потом будем покупать себе уже плечики. Теперь мастер у меня перекап.
Но у меня вот, у меня есть опять же ноги, видите? Я вот так вот уберу, и будет у меня 28. Идеально, да? Идеально, то, что надо прям. Попросился в пачку, и меня, в принципе, взяли. Ну, я немножко, правда, там обманул, сказал 226, ну, будем, в принципе, пробовать закрывать, а может быть, что-то да и упадет. Но мне, по факту, нужно как можно больше ОД, потому что Т9 нету, РБКшки душат очень сильно, вот. А с икони мы подзалутаем неплохо так ОД, там больше 1000. Потому что, вот, если я сейчас закрою иконю, вот, то есть десятку на фул, то у меня будет очки доблести на вторую Т9. И у меня будет 2Т8, 2Т9, 2Т8 бустит мне соло урон, 2Т9 мне бустит урон по области, то есть урон АОЕшный. Блять, что я делаю, объясните мне, а? Что я делаю, ребят? Так, ну что, сконцентрировались на ДПСике. What? Вы серьезно сейчас? Вы сейчас не шутите? Я топ-1 ДПС? Не, может, я чего-то не понимаю? Я тут просто максимально кнопки слакаю, что попало, отдаю. Но пока что двигаемся в топ-1 ДПС. Как будто и пойдет. Макросы не настроил адекватно. Пу-пу-пу. Не, надо отсюда выливать, пацаны, это пиздец просто. Но если я в своем шмоте, топ-1 ДПС, когда ребята тут с Т4 шмотом, ни одного друида, я только сейчас обратил внимание для БРов, да? 70% у этой херни? Не, пацаны. Я не хочу себе ловить КД, ну его нахер. Ну, 11 тысяч пойдет. 11 тысяч дал. Неплохо, думаю. Они хотят две сразу же взять и отпинать или что? Вот тут вот. Когда начинается суета, я в кнопках путаюсь до безобразия просто. Не знаю, почему так происходит. Блять, как же мы вынесли этих мобов, божечки, ребят. Нифига мы за Геру просто этого босса, почти испепелили, представляете? Не, на четвертом месте по ДПСу. Насколько это норма или нет, я не знаю. Отпинали сюда. На групплуте же идем, на групплуте идем. Ни хрена себе. Первый босс пал, 225 УД, легкие сюда. Что за запястья упали? Кстати, запястья нам упали вообще великолепные. Сейчас будем ролить. Вот. Упали ловкость, выносливость, интеллект. Это чисто на НХ идет. Так, повезет, не повезет, вот в чем вопрос. Колечко нам, конечно же, не нужно. Я выиграл наручи, ребятки. Ну что, 232 шмотка тоже сюда. Я, пожалуй, сразу же ее одену, потому что Лев это тигр, ты тоже там видел, ролил. А, ты чисто хотел поролить на меня, как я понял, да? Ну, одеваем, повышаем потихонечку гир. Неплохо, 224 был. Я остался. Ну ладно, обидно, досадно, ну ладно. Блять, неправильно опять сделал. Да ёпарас, это что за суета-то начинается, божечки. Так, надо еще кастики не забывать кикать же, да? А то я тут фул сосредоточен на ДПСе, которого нету. Оп, кастик сбил, хорошо. Понятно, брусты зря нажал. Ну, 10 500, ребята, выдаю. Что скажете, это мало или много, типа, для 224-го с двумя профами? What? Что это было? Моб просто развернулся и дал мне по затылку, вы поняли? 26 тысяч мне, просто на тебе, ты кого бьешь? Вот они, ребятки, вот они, фералы, полоснуть, ляньте. 28 тысяч ДПСа, вот это уровень, вот это я понимаю. Не, ну под Герой, как бы, я 13 тысяч сейчас вроде бы держу. Норм это или не норм? 13,2, ребят. Топорик упал, боже, ребят, топорик упал на меня, ёпарасоте. Ой-ой-ой-ой-ой, сейчас еще больше будет урона, божечки. Главное, чтобы не повезло. Не повезло мне наружку, не повезло. Там выиграл у нас кто? Крипсер. Давай спрошу, нужна шмотка? Нужен топор? Или он хочет на продажу? А, он тебе отдал? Все, красавчик, спасибо танку и спасибо Релу. Спасибо, брат, тебе огромнейшее. Ребята отдали мне шмоточку. Спасибо. Плюс еще одна шмотка, повезло мне наружку. Только место чего мне одевать, но как будто-таки место вот этого, да? Так, тотемчики что, поставили? Так, это сюда. Это сюда, поехали. Ну вот, ребятки, вы посмотрите, реально, что он больной. Так, Геру я тут помню, что надо отдавать Геру. Тотем я поставил. Я ж поставил тотем. Это мы хватаем мешочек, мы тоже хватаем. Оружка, кинжал, хоть нам она не нужна. Сумочка, 22 ячейки, не откажусь. Ткань и латы, это нам не надо. Распылить. Значит, мы подзалутали запястья, 232. Мы подзалутали оружку, 232. Ну и, в принципе, сумочка. Ну, сумочка пойдет, больше будет места для всякого хлама. Я стырил, текаем, текаем отсюда, текаем, текаем. Я стырил, ребятки, еще смотрите, что украл.
А можно открывать? А то я сейчас открою, а меня там это... Ругаться потом будут. Так они ливнули все, понял? Надо бежать отсюда. Если что, никто не видел, поняли? Я забыл сказать, что мы сейчас пойдем с вами покупать себе вторую Т9 шмотку, ребят. Как мы с вами и планировали, мы будем покупать с вами плечики. Где наши плечики? Все, ребятки, покупаем себе вторые Т9 плечики. То есть вторую Т9 шмотку. Что у нас? У нас, к сожалению, будет меньше мастери. Но что такое? Почему вот все шмотки идут с меткостью? У меня сейчас опять будет недокап мастери, понимаете? Мне нужно сейчас будет тыкать камень на мастерку. Или не надо будет? 23 мастери. 23 мастери. Ну, при этом, зато у меня теперь есть баф от второй Т9 шмотки. Кару можно завтра уже. Чё-то я подустал, думаю, вообще заканчивать, ребятки. Также мы получили еще такой вот квестик. Там что можем взять? Ё-парасоте, то, что надо. Божечки, мне же шея нужна была, ребят. Мне же нужна была шея. Ё-моё. Надо будет квест этот сдать. Ё-моё, вот это я, вот это удачно, вот это удачно. У меня шея 200, а я получу 5. Опять с меткостью. Ну дайте мастера, ради бога, а. Но это уже в следующий раз сделаем. Безумно не хочется с вами расставаться, правда. Я пойду отдыхать. Давайте я вам сейчас ссылочку скину на телеграм. Потому что, смотрите, ребят, там все мои аддоны, там все мои вашки. Там вся информация по поводу стримов. Спасибо вам большое за подписки, за ваши поддержки. Кто еще не зафоловился, не подписался, подписывайтесь. Всех обнял, увидимся уже с вами завтра. А вы проголосуйте в телеге на ком. Завтра будем рваться. Все, ребят. Аривидерчи. Птио.